Всем привет! У нас сегодня четверг, 28 июня. У меня здесь клематисы распускаются. Это для любителей клематисов, да? Мы их в этом году очень сильно обрезали, вот их не очень много. Тут нужно виноград подвязать. Вот такие. Но я хочу вам показать вот опять же герань. У нас сейчас 10 часов вечера. И вот посмотрите, солнца уже нет, да? Вот там закат. Ну, там, наверное, вот уже над самым-самым морем. Ну, после, где-то около половины 11 уже начнет смеркаться. То есть уже будет так начинать темнеть. Ну, вот посмотрите, какая это красота. Какая это прелесть. У нас сегодня было жарко, до 28 градусов. Для нас это жарко здесь. Ну, муж у меня обожает такую температуру. Вот посмотрите, как она как будто подсвеченная. Ну просто вот обалденная, обалденная герань. Очень-очень люблю. И здесь, посмотрите, вот Глория скоро откроется. Сколько бутончиков и таких красивых будет. И тут муж поливал. Лавровый лист у нас здесь. Летают стрижи, ласточки, там где-то самолеты. Ну, вот такой вечер у нас в саду. И хочу вам опять-таки показать гортензию. Вот как она открывается. Вот такая белая. Вот белая вечером смотрится очень-очень красиво. Как красиво там отсвечивает самолет. И вот так прям пламенеет герань. Конечно, вот светлые, белые, такие яркие тона, они вечером выглядят очень красиво. Там, о! Гоняют, гоняют, вы смотрите, стрижи. Мы с вами в Лейцендаме. Сегодня суббота. Лето в разгаре, у нас 29 градусов, поэтому вот поставила машину в тени. Бабулечка на скутере проехалась, вот там вот киоск продают селедку, написано New Vegarian, новая селедка. Здесь у нас такой турецкий марокканский магазин. Клубничка, черешня, ежевика, ягоды. Арбузик. Люблю здесь брать фрукты, овощи. Абрикосы красивые, но я их больше не беру, потому что они безвкусные. Розмаринчик у меня свой. Гранатный виноград. Мята. Арбузы.
здесь у нас магазин для животных. Ой, какой мопс. Открыточки. Две за 3 евро. 1,75 евро. Здесь у нас магазин Трекплейстер. Вот все, видите, туалетная бумага, там и косметика, и какие-то вот напитки, вафельки, сумки. Смотрите, какие пляжные симпатичные сумки. Тоже такая яркая, из материала, типа льна. Вот какая сумочка. Такие недорогие. Неплохая сумочка для девочек на каждый день. Кстати, хорошее качество, мягенькая такая. Мне вот эти, конечно, нравятся, такие пляжные сумки. Цветные, красивые. И вот здесь продается селедка. Тиньювагаря. Хуэдах. Вот такой небольшой выбор. Так, продукты зайду попозже возьму. Магазин. Подушечки. Кстати, хорошие подушки. 3 евро. А нет, 5. 45 на 45. Мячики. Тут одежка. Неплохой трикотаж, но жаркий для такой погоды. Кстати, хорошие такие пляжные полотенца, тонкие, которые быстро сохнут. Мне кажется, у меня в детстве платье такое было. Легкий шифон. Thank you.
Стройка продолжается торгового центра. Все ближе тот момент, когда нам построят красивый торговый центр. Наконец-то мы можем проехать. Припарковаться. Как они туда проехали? Что у нас тут с бензином? Дизель евро 37,9, а бензин что-то я не вижу. Ты видишь? евро 61,9, да? Да или нет? Нет. Да. евро 61,9. То есть евро 62. Бензин. Это в Лейтсенхаве. Мы едем на парковочку наверх. Там, конечно, Санцепёк. Но мы тут недолго будем. И слава богу, у нас работает кондиционер. Наше спасение в жару. Ой-ой-ой. А тут все забито. Ну нет, есть местечки. Так. Сейчас найдем. Вы уезжаете или вы паркуетесь? Паркуетесь? Так, ну припарковались. Идем быстренько в Сена заглянем. Майкл Корс. Purifying correcting serum, en dit is een serum. Even niet lezen. Dit is een serum en dat gebruikt u
En dat kunt u gewoon onder uw dag- en uw nachtcreme gebruiken. Ja, en dat werkt dus echt op de poriën verfijnen. Dit is het fijnste. Voor het hele gezicht is de anti-blemish. Dus tegen het glimmen. Hè, dus tegen de vetten ook van de huid. En er zijn verschillende kleuren. De BB cream. En dat is het meest lichte vorm van camouflage wat je kan hebben. En dat is voor de zomer ideaal. Ja, dat wil ik absoluut. Dat sluit ook niet af. En dat is gewoon een ademend product. Maar wel voor de huid tegen het glimmen. En welke toon moet ik hebben? Ja, ik zit even te kijken. Ik heb hier de middelste. Even kijken, ja, de testers liggen erachter. Dan is de light medium voor u het meest geschikt. Kijk of daar nog een test is. Omdat het zo dun is, dit kunt het beste op zo'n, zo'n sponsje doen, zo'n blendertje aanbrengen. Die speciale blenders, die nemen geen make-up op, hè? Nee? Die oude sponsjes die je vroeger had, die absorberen meer. Maar die blendertjes, die hebben allerlei soorten en maten, die absorberen niet. Nee? En dat krijg je veel mooier uitgewerkt, want dit is vrij dun, hè? Ja, hij mag nog iets lichter. Ja, dit is de medium. Ja, ik denk ietsje lichter. Ik heb alleen, ja, dit is de lichtste, maar daar heb ik geen tester van. En de lichtste, die heb ik ook niet onder. Thank you.
Посмотрите, какая красота. Любуюсь здесь всегда. Вот какая прелесть. Вот вам и гортензия. Такие полные шапки. Но здесь этим кустам уже лет 6. Красиво, правда? Это у нас прямо на въезде Форсхоттен. Заправочка вот здесь. И вот такая красотища. Обалденная, обалденная гортензия. Очень красиво. А здесь посмотрите, какая темная. Ну вот, ее надо поливать. Видите, она что-то приуныла. Какой насыщенный цвет. Темная такая, красивая. И здесь вот маленькие какие. Вот такая здесь красивая улица вот на въезде. Или на выезде. Это уже как, смотря в какую сторону вы едете. Ну, я теперь еду домой готовить ужин. У нас сегодня очень жаркий день. 30 градусов, местами 31, и это в тени, конечно. Вот специально здесь припарковалась, остановилась, чтобы показать вам эту красоту.